Вот и Англия бьет тревогу. Страна туманов и дождей, и одиноких людей. 9 миллионов англичан утверждают, что они всегда одиноки. Премьер-министр Тереза Мэй говорит, это грустная действительность новой жизни, скрытая эпидемия, и вводит в Англии новую должность – министра одиночества. Что же он будет делать? Наверное, будет разъезжать между этими миллионами одиноких, играть с ними в бридж. Общество становится интегральным, мир становится глобальным, а англичане остаются англичанами. Кому из англичан когда-то надо было общение? Мой дом, моя крепость. Все. Для этого необходим не министр. Для этого необходима очень серьезная система перевоспитания. Нам надо воспитать людей так, чтобы они понимали, что вообще контакт между нами, он должен быть душевный, духовный, внутренний и постоянный. И чтобы мы чувствовали себя не каждый по себе, а именно нашу внутреннюю общность, называемую душой. Но для этого нужен другой министр.